Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня ПВЗ 3 опять, и у нас наконец-таки открылся опять новый босс, и я сегодня доберу плюхи. Поскидываю ребятам. Баттеркапов. И сегодня попробуем его бить. Так, вроде всем скинул. Так, что у нас тут? Что у нас тут интересного? Ну, хотел я вот эти вот забрать, не знаю, подумаю, надо будет посмотреть на них. Надо разобраться все-таки с волной, как ее проходить, что там у нас на арене. Надо будет на арене в топ зайти, залететь. Сколько у нас времени осталось на арену? 2 дня. Ну, 2 дня для арены, в принципе, хватит нам. Так, поехали, добьем. Добьем квестик. Как раз нам надо на арене сразиться 2 раза. Либо зачистить локацию. В принципе, под арену сейчас пересобирать тоже неохота. Сейчас быстренько с вами заберем плюхи. Давайте фарманем здесь 740-й, нифига себе. Я вчера, кстати, получил осколок легендарного героя. И сегодня сейчас мы будем с вами фармить босса. Попробуем тоже добить. Нифига себе. Жестики прям. Поехали дальше. Ну, видите, эти чистятся изи просто. Заодно сейчас и заберем плюхи. Надо пройти следующий левел. Интересно, или что будет на 10-й пенате. Я вчера вот с 9-й получил одну легендарку. Так, еще. Еще 2 у нас осталось зачистить. Но эти должны быть попроще. Я тут даже, как видите, не заморачиваюсь там над расстановкой еще над чем-то, потому что, ну, по сути, роли никакой здесь не играет. Но тут самое главное не пропустить этих мелких. Чтобы они не забежали вот так вот. Ничего себе, смотрите, что они делают. О, щит, нифига себе, разобрали полностью почти весь мой центр.
не полностью разобрали. Вот это я, конечно, погорячился. Да, жестко, жестко. Сейчас, наверное, придется перезаходить. Обломчик. Да. Вот так вот придется все-таки откинуть назад их. Я-то думал, будет попроще. Оказалось, не все так просто. Так, есть. И поехали еще один. И пойдем с вами на босса. На боссе самое интересное — это получить пенату. И она будет реально топовой сегодня. Опять 5 легендарных. Получим, по сути, перекачаем. Сейчас плюс 1 левел. Сделаем. Машему этому. Так, ready, ready. Немножко дальше все-таки отставлю. Это реально не все так просто, как кажется. О, щит, летающие уже сразу же идут. Это печально. Я надеюсь, он тут один. Потому что у меня против летающих нифига нету. А он тут не один. Печально. Придется сейчас пересобирать. Я не успею. Ну, этих-то я убью, а этого я никак не убью. Будем сейчас с вами пересобирать пачку полностью всю.
Ну, теперь просто на изи должны пройти. И файнал будет, нифига себе, прикольненько. Так, есть 4 звезды, правда, что-то дали. Но думаю, задание сделали. Вот еще отличненько. Еще одну получили. Ну вот после того, как вытащил, начали хоть падать. Так, отлично, забрали. Это радует. И теперь Иванта идем забираем. Плюс 600, плюс 300. Отлично. И поехали. Попробуем побить босса. Так, смотрим, где там он у нас попался. В лаборатории. Он, мне кажется, сейчас будет жестко. Ой, я могу улучшить сразу, кстати, уже. Доступно улучшение грибку. Проверим. Так, ну, наверное, как обычно, на 2 клетки бьет. Ого, нифига себе, он откидывает. Прикольненько. То есть надо дальниками пробовать его фигачить. Ну, у нас есть вот так вот, бабаф. И все. Первый этап пройден. Как видите, налегке. Поехали дальше. Ну, то есть его надо дальниками, судя по всему, проходить. Он откидывает, да, ближники тут ничего не сделают ему. Ну, все как-то. Изичный босс. Посмотрим сейчас, что у нас вытащится. Машрум. 24, 16, 5 штук. Ну, как и написано, плюс 5 каждый босс. За неделю, по-моему, если я не ошибаюсь, 2 или 3 можно убить. Сейчас чекнем, сколько он у нас по времени. Шесть дней. Да, 3 можно будет убить. Так, поехали. Поулучшаем, что мы можем улучшить. Так, отлично. Неплохой, кстати, дамаг. 9-й левел. Маленьких плюс 1. Значит, вот так абилити. 5 на 5. Дамэдж пуст 300%. Тоже неплохая тема. Так, шишки. 2800. Но я хочу сейчас улучшать лимон. Полным ходом. Но, наверное, мне сейчас не хватит на улучшение самого лимона. Моего апдана до 600. Что нам так абилити даст? Стан шанс плюс 10%. Ну, 10% это такое. Не буду пока тратить.
Буду копить сюда. Мне, по-моему, здесь надо на четвертый левел 500. Ну, придется недельку подождать. Такс. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Качаемся по чуть-чуть, как видите. Ну, 27-й я еще так и не прошел. Надо будет позадротить в нее. Пишите комменты, ставьте лайки. Обязательно проходите босса, потому что с боссом у вас есть возможность получить легендарного героя, и, соответственно, он будет намного проще. Все, всем удачи, всем пока.